Добро пожаловать на канал HardReset.info. Это телефон OnePlus 8 Pro. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве добавить свой отпечаток пальца. Итак, для начала вам нужно войти в меню настроек. Затем вам нужно будет спуститься немножечко вниз до пункта «Безопасность и блокировка экрана». Здесь вы вначале должны зайти в пункт «Блокировка экрана» и добавить свой графический ключ. Ну, сначала нужно выбрать либо графический ключ, либо пин-код, либо пароль. Главное, чтобы не первые два пункта. И после того, как вы выберете, допустим, пин-код, да, выберем такой. Я выберу самый элементарный, вы, конечно же, ставите какой-то более адекватный. Его нужно будет повторить два раза, если что. Вот. И после этого вы должны будете вернуться назад, зайти в «Безопасность и блокировка экрана» и нажать на пункт «Отпечатки пальцев». Здесь уже нужно будет вписать код, который вы только недавно придумали. И теперь нажимаете «Добавить отпечаток пальца». Вот здесь вот в центре, ну даже не в центре, а в нижней части экрана, появляется вот такая вот кнопочка. Эта кнопочка и есть сканер вашего пальца. Теперь вашей задачей является взять ваш телефон в руки. И желательно в одну руку, да, в правую, либо в той рукой, которой вы пользуетесь. В общем-то, взять палец и прилаживать его к этой кнопке. Смотрите, берете и прикладываете. И здесь вы сверху видите, что ваш палец немножечко сканируется. Внимание, не нажимаете на эту кнопку, а нажимаете на эту. И каждый раз меняете немножечко ракурс вашего пальца, наклоняете его под другим углом. Делайте это каждый раз немножечко иначе. Вот, он говорит, что нужно теперь края сканировать. Итак, сканируем самые маленькие края. Все просто краешки ваших пальцев сканируем. Все, 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 отлично. Теперь нажимаем «Готово» и проверяем. Блокируем телефон. Пытаемся его разблокировать. Видим, что у нас здесь стоит пин-код. Мы нажимаем на сканер и... Наш телефон разблокируется без ввода какого-либо пароля. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока!